Приветствую, друзья. Это мы с Артемьевой Людмилой, с актрисой великолепной нашей любимой рисовали. И там я жду ее, когда мы здесь птичку нарисуем, которую просили в комментах. Ну вот, а сейчас я вам расскажу, друзья, как я делаю изобретение. Я это делаю на основе усиления естественных механизмов саморегуляции организма. Например, я определил в свое время с помощью тепловизора, что когда у человека повышается артериальное давление крови, одна из половин носа становится теплее. О том, что одна из половин носа всегда бывает теплее, ну это давно известно в тепловизионной диагностике. Но что с этим делать, никто не задумывался. Я подумал, давайте мы нагреем более холодной половины, чтобы выровнять состояние. А у меня вместо этого давление еще больше подскочило у пациентов моих, испытуемых. Тогда я понял, что надо нагревать более теплую половину, ту, которую организм сам нагревает механизмом саморегуляции, для того, чтобы выровнять артериальное давление крови. Я стал нагревать более теплую половину поверхности носа, и давление стало возвращаться к норме. И поэтому я тогда придумал способ нормализации повышенного артериального давления крови с помощью нагревания чайной ложечки. Называется ложечка Лива. Посмотрите в интернете. Кто не подписан, подпишитесь на YouTube-канал и там наберите ложечка Лива и увидите, как это делается. За 5 минут можно снизить подскочившее давление. Пока едет скорая помощь, а вы в это время горячей ложечкой себе снизили. Но там как раз я рассказываю, как это делать, чтобы не обжечь нос. А то вместо того, чтобы снизить давление, еще будете потом ожоги лечить. Так что надо подписываться на каналы. А еще подпишитесь, кроме YouTube-канала, у меня, значит, подпишитесь на Telegram, потому что там интересные тут беседы. Очень интересные. О разных вещах. В следующий раз расскажу, как я придумал другое изобретение, связанное с ключевым дыханием, которое за одну минуту снимает острый стресс. Независимо от того, чем вы заняты. Бежите, лежите, не можете заснуть, снимает острый стресс. Но это в следующем ролике. До встречи. И тоже на основе механизмов саморегуляции, на основе их усиления. У меня все на основе усиления естественных механизмов саморегуляции человека. Поэтому наша школа «Человек будущего Homo Futurus» – лучшая школа в мире. Наше будущее внутри нас. Надо открывать себя. До встречи.